есть еще один вопрос. Вячеслав, возьми микрофон. У нас рекорд на часовой гонке застоялся. Принадлежит господину Якимову. Хрен знает сколько лет. Но я могу сказать цифры, если надо, если кто не помнит. И когда его побьют? Не мировой, а российский. Саш, ты предлагаешь мне расщеплить велосипед, да? Что? Расщеплить велосипед предлагаешь? Ну, я не знаю, может быть, Вячеслав Владимирович проедет, возьмет и проедет быстрее, чем 49. Я думаю, что ближайший россиянин, кто замахнется на часовой рекорд, это будет Антон Воробьев. Если мы уже вопрос про Аллатора, фокусируемся. Я думаю, что после Олимпийских игр поставим такую задачу в 17-й год. На каком третьем? В Питере или в Москве?